Вы на канале новости БП. В Сарысуском районе резко ухудшились погодные условия. В связи с этим полицейские Жамбылской области обратились к населению. Видео с обращением было опубликовано на странице областного департамента полиции в Инстаграм. Реакция казахстанцев не заставила себя долго ждать. Их рассмешил видеоролик, в котором двое полицейских и человек в гражданском пытаются что-то сказать, но их не слышно из-за сильного ветра. Все трое еле держатся на ногах.